Опачки. А чё нельзя? Чё нельзя блутать? Смотрите, в шмотках, чувак. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howling, screaming winds. Men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire or the bite of the axe. Доступно одно. Если мы вот это изучим, потом мы... Не, мне надо дом, дом, что? Кузница. Вот это у нас зеленое, то, что изучено. Вот это изучаем, потом вот это все открывается, как я понимаю. Давайте вот это разблокируем. Отлично. Чтобы сделать костер... Слушатель света, наверное, надо будет изучить, потом костер сделаем. Вот это... Но я не понял, зачем мне дали, правда? Или это с каждым уровнем дают? Ладно, это разберемся. Но вот это, кстати, классно сделано, то, что можем все изучать. Но не классно, то, что нельзя облутать чувака, который в шмотках лежит, блин. Опачки. Бомжи, вы чё, блин? Вдвоем бегают, главное. О, она кусты зафармила, как-то увидели? О, и они пропали. Нормально, блин. Это, наверное, тот же, блин, этот. Хотел матом его назвать, но не стал что-то. Друг мой, короче. Бывший лучший друг. Ладно, давайте пойдем немного сбоку от дороги. Я боюсь, на нас этот шабол нападет, который там косился на нас очень так, это, с презрением. И мне не нравится то, что тут нельзя драться, когда у тебя нету энергии. Это вообще обидно. Если бы была бы энергия... Вообще нас бы гиена не завалила. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я не знаю, сколько у него здоровья. Может, она бессмертная. Я вообще не знаю, зачем я добываю деревья. Я не знаю, что из них делать. Реально не знаю. Но мне кажется, за это должны опыт давать. Кстати, вон XP-шка. Посмотрим, сейчас дерево срубим, прибавится она. По-моему, прибавляется. Не знаю, а может и нет, непонятно. Что-то собрал, что-то собрал, что-то собрал. В траве, блин, копошусь. Камни добываю. Чем мы вообще там можем делать еще интересно? Может, дерево как-то можно раздолбить или что-то. Вот кора. Растительное... Вот кору на волокна, возможно, разделить можно как. Отодрено дерево. Дерево низкое качество. Журнал нашли. Вон и Таша Болд на заднем фоне бегает. Попробуем обойти гору. Не будем больше ни с кем связываться. Ну, пока что, конечно же. Потом мы будем всех валить. Налево-направо. Так, зафигачим дерево. Еще одно, напоследок. Все, больше не буду деревья бить, честное слово, обещаю. Это ветки. Для... Это нам нужны ветки. Для сбора ресурсов используется инструмент. Ну. А, вот она лежит. Кстати, смотри, чей-то костер. Я только не могу взаимодействовать. Почему-то спальник чей-то. Так, настройки. Поле зрения. О! Поле зрения можно отдалить, смотрите. Не, ну так вообще по-тупому. Сколько было? Блин, я забыл, сколько было. 55, что ли?
Давайте 55 поставим. Что такое? Что за... А, если shift зажимаешь и в бок, он прыгать начинает. Или нет? Непонятно. Почему-то нельзя взаимодействовать, но костер горит, мне кажется, тут кто-то есть рядом. Но я не могу взаимодействовать, наверное, потому что у меня не исследовано это. Вон там в чате Hi to Geza общаются, хотят объединяться, ну это понятно. Англичане, они слабенькие. Блин, подлагивает у меня. Прям заметно, видите, дергается. И игра почему-то в бок отпрыгивает. Если я перезапущусь, интересно. О! Смотрите, видите, в укрытии загорелось слева. Если, короче, мы прячемся, у нас быстрее восстанавливается все, походу. XP у нас капает, наверное, за время, приведенное на сервере тоже. Непонятно. В общем, идем пока туда. К костру мы еще вернемся. И я хочу перезапустить игру, чтобы у меня настроечки избавились, потому что все-таки подлагивают. Возможно, это пинг, но почему-то я грешу на комп, хотя он у меня вроде не такой уж и слабый. Блин, все, я обещал не долбить деревья, но все равно вот я тупо от безысходности начинаю долбить. О, смотрите! А вот камень я не обещал не долбить. Нашел камень, который можно добыть. Вот так вот он выглядит. Вот так вот он рассыпается. Его, кстати, можно и руками собирать. Но лучше, походу, долбить его. И вот это можно, да. А почему те нельзя? Вот эти можно, интересно? О, и тут добывается. Ну, значит, там в начальной локации что-то, короче, не допилили. Ладно, хорошо, тут все понял. У меня теперь вопрос с корой остается. Растительные волокна. Откуда их получить? Как по мне, надо что-то расщепить. Материалы. Давай, все, покажи мне. Во. Во, вот так все, походу, показывается. Самочувствие, поиск. О-хо-хо. Drop, weaken, split. Разделить, ну я так и думал. Ну короче, походу ничего нельзя сделать, не знаю. Давайте еще погуляем, посмотрим. Где-то я звуки слышу. Какого-то коршуна. Ну или кого там, не знаю. Кто-то у нас в игре есть, что за зверье. Вон чувак костер вообще большой делает. Но он уже одетый, он нас завалит по-любому. А мне как-то не хочется ему отдавать свои ресики, добытый ценным трудом. Давайте дождемся еще одного уровня XP. Пока что... О, тут карта. А я что-то не нажимал на карту. О, тут какой-то город, смотрите. То есть можно вот так вообще оббежать эту реку. Но то, что черная, это вода по-любому. Так мы бежали вот так. И тут вот где-то нас гиена убила. Метки на карте ставить нельзя, что довольно грустненько. Но хотя, если это вся карта, а может и не вся. Но мне почему-то кажется, что это вся карта. И тут нет никаких локаций, хотя, честно, я не знаю. Ну ладно, будем играть, будем смотреть. Так, сейчас я в какую сторону бегу. В какую сторону мне надо бежать? Я хотел оббежать эту гору. Начальная локация, в общем, здесь. В этом краю вообще ничего интересного, все тухло. Как я понял, вон там тоже копия того места, где появлялись мы. Ничего интересного тут нет, надо бежать к городу. Город там уже вообще прошаренный, чуваки. Что-то мне кажется, я очень много говорю всяких слов паразитов. Вообще, кажется, конечно, бе-бе-бе. Надо прийти в себя. Тут чувак был. С чуваками я встречаться не хочу пока что. Мне они неприятны. Чуваки уже прокачаны. И базарят они по-английски. А дружить я с ними не могу. Потому что я фиг знает, что они говорят. Ну, конечно, что-то я знаю. И не совсем уж я бездарный насчет английского, но...
хочет пить, смотрите, хочет пить. А где, в пруду можно попить? Тут он не сдохнет, я надеюсь. Погнали к речке. Вариков нет больше. У меня вообще нет идей, как воду еще добыть можно. Уровень получил. Так, тихо-тихо, не забодай меня, слышь, козел. Какие-то звери тут. Капец, я так стремаю, что они меня сейчас сожрут. Я просто хочу воды. Все, не трожьте меня. Капец, если он пить захотел, он и хавать сейчас так может захотеть. Что мне с ним делать-то? Хлебай, друг. О, смотрите, реально хлебает. Короче, в водичку забегаем, жмакаем Е, и он фигачит. А вон, походу, уже чьи-то постройки нереальные. Надеюсь, никто нас тут не увидит, никто не съест. Я хотел посмотреть новый уровень. Во, с новым уровнем новый рецепт открыли, смотрите. Служитель света. Стоимость 50. Охренеть. А, это уровень 2, типа, можно улучшить. Служитель йога можно улучшить. Ученик ремесленника. Травяно. По-моему, это у меня и так было все открыто, нет, разве? Научит создавать каменный топорик. А, вот, 3 штуки только добавится. Вот это. Каменный меч, деревянный... Во, меч! Меч нам надо. Я хочу меч. Остальное все фигня. А тут надо броник вначале изучить. Вот что желтеньким, короче, что можем изучить. Костер и водичку. Блин, водичка тоже с собой нужна. Но я очень хочу меч. Фундамент. Смотрите, блин, ученик каменщика дома можем строить. Меч, костер, меч, вода, либо строительство. Блин, вообще не знаю. Ребят, тут, короче, надо уровней много. Тут надо качаться день и ночь играть. Не, пока... А, тут еще вниз можно крутить. Охренеть. Ну, пока нормальный дом построить, тут надо все открыть, короче. А это очень долго. Или, подождите, дверь можем, стену можем. Да мы все можем, просто надо вот это изучить. Я строитель, короче. Не могу удержаться. Короче, 150 раз опять сказал. Сам себя подбешиваю, но ничего страшного. Еще очко есть. Очко надо... Энергия. Энергия у нас... Стамина. Точно. Это энергия. Энергии надо много, потому что без энергии в игре вообще делать нечего. Тут самый важный ресурс — это энергия. И у меня подлагивает. Немножко. На i7 проце, вы представляете? i7 Prot 770 GTX видяшка подлагивает. И, кстати, когда в чате кто-то говорит, написано, сколько метров до игрока. Так. Смотрите. Выходи. Офигеть, она прошарена. Не убивай меня. Friendly. Friendly fire. Я вначале думал, это она меня фигачит. На нас топора уже, блин, и хвалит. Так, я яйцо себе взял, одно хотя бы. Болтать я с ней не хочу, потому что это... Кто-то непонятно кто. Яйцо... Использовать. О! Яйцо можно захавать прям сырьем, отлично. Так, я изучил стройку. Давайте разбираться, как что строить. Нужно дерево и камень, все. Теперь нам просто можно фармить и строить дом. Вообще, пока все понятно. В принципе, игра интуитивно понятна, это мне очень нравится. Мне не нравится, конечно, что у меня подергивается иногда. Я там много нафармил? Нафармил я, нафармил 70 камней, 52 дерева.
Давайте попробуем вообще обычную халупу построить. Вот одну эту сделать. Ну хотя бы два фундамента нам надо. Сколько уйдет? А, уже много ушло. Короче, надо немножко подфармить прям, ребята. И сделать первую халупу свою. Я очень хочу халупу свою сделать. Блин, вообще вы не представляете как. Хотя я думаю, вы представляете. Но меня, видите, назад откидывает. Назад откидывает такой чувство, что пинг. То, что вот так вообще ничего не лагает. И как персонаж, скорее всего, это не лаги были, а из-за пинга его откидывал. Хорошему надо был свой сервер, наверное, создать и там играть, но уж куда зашли, туда зашли. ПВП у нас все честно. Я решил не искать легких путей. Конечно, ПВЕ. ПВЕ полегче было бы, там нас нельзя было бить. Но там, наверное, мобов куча. Так, опять я нажимаю не на те кнопки. Вот, топором, наверное, мы дерево еще лучше сможем добывать. Попробуем. Молоток это как киянка в расте, мне почему-то кажется. Для ремонта построек, ну точно. И для улучшения, наверное, хотя для улучшения фиг его знает. О, починил. Четыре камня всего. Вот чинить тут удобно без этого. Без стола, а то в расте столы еще какие-то нужны, а тут вообще все ловко. Ого! Топором вообще круто добывается дерево. Во. Развиваемся, уже шарить начинаю, шарить, шарить. Здорово. Все деревья сейчас зафармлю тут. Немного отбегу, потому что тут все новички бегают. Вообще не вариант строиться. Надо подальше. И ветки сразу с дерева летят. Это очень удобно. Так как они нужны, чтобы создавать вот эти орудия. Орудия почему-то из веток делаются, а не из дерева. Хотя, как по мне, логично было бы, чтобы деревяшки на ветке ломать. Ну хотя, может и не очень логично, не знаю. Но пока все более-менее нормально. Вон гуманоиды. Гуманоиды, кстати, агрессивно оказались, но тетка их топором вообще вырубила резко. Значит, топор нормальное оружие считается тут. Так, камней нету. Я хочу два фундамента сделать, как вы поняли. Обычное жилье где-нибудь в углу. Два. Что такое? У меня чувак запрыгал. Ладно. Надеюсь, показалось. Во, тут камни фармятся. Не знаю, что там вначале было, почему они у меня не фармились. Может, я не замечал. Довольно прикольно разбиваются. Наверное, даже поприкольнее, чем в Расте. Пока что, если сравнивать с Растом, графон в Расте лучше. Это бесспорно. Вот. Грузится Раст все-таки подольше. У меня, если честно, нет таких лагов в Расте. Мне кажется, это из-за сервера. Ну, потом попробуем с другим сервером. Пока что не буду утверждать, что дело в игре. Или в компе в моем, или в моем интернете. Тем более у меня сегодня реально интернет не очень работает, так что... По этому параметру сравним в следующих видео. Умирает от голода. Ну капец, ну чё мне съесть, блин, как... Ну как, чё сделать? Нельзя умирать от голода, давай какую-нибудь кору съешь, чё-нибудь съешь. А, мы даже еду себе не можем приготовить, что это вообще за номера такие? Пойдемте опять яйца черепахи добывать. Сейчас посмотрим. Можно попробовать с топора зарубить, конечно, оленя. Но мне кажется, оленя надо готовить. Самое нормальное это яйца. Опа, 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 опа. Три яйца скоммунистил. Все, убегаем. Быстро убегаем в нашу пещеру. Ну не пещеру, короче, к нашей скале. Ныкаемся, 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 ныкаемся. Живи, 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 чувак, живи. Инвентарь. Ешь, 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 ешь. Ну, тридцаточка. Тридцаточка, конечно, нам особо надолго не хватит. Но хотя бы что-то. Что у нас там с этими было? С ресурсами. Две пачки камня. Давайте сделаем, наверное... Фундамент еще один. Стенку еще одну.
Ну и все, хотя бы так сейчас сделаем, посмотрим, как это выглядит. Пока можно еще чуть-чуть пофармить. Сейчас сделаем первую халупу. Быстренько так. И думаю, для первого видоса вообще красота будет. Ну, либо для второго, посмотрим. Я уже не знаю, сколько я записываю. Наверное, час уже играю. Хотя, может, это только по ощущениям. Камни добывать тут легко, так как они везде валяются и... Но их надо очень много, чтобы построить дом. Потому что тут нет всяких веточек, как врач. Тут сразу камень идет. А камень, как вы видите, надо фармить. Но потом, наверное, инструменты крутые будут. Пока что довольно медленно. Ну, хоть ломаются. В прошлый раз ничего не ломалось, долбили, сидели. Инструмента довольно надолго хватает. Ну, относительно, конечно. Я не жалуюсь. Так, что там у нас? 63 камня. Вот эту штуку еще сделаем. Давайте так, пока хватит. Попробуем впритык к скале сделать дом. И посмотрим, что из этого получится. И вообще, как-то можно ломать постройки, нельзя ломать постройки. Ничего вообще пока не понятно в этой игре. Так что начнем с малого. Заложим фундамент. Так. Вот наш первый дом. Вход пусть будет. Вот здесь. Такой беспалевный. Ну, симпатичнее сейчас смотрится. Дерево, камень. Довольно интересный выбор. И сливается. Вот что мне нравится, то что дом реально можно заметить. Он прям сливается со скалой. И как убежище вообще классно. Мы, кстати, изучили тут травяное ложе. Наверное, если его сделать, в нем можно будет появляться. Но я так и не понял, что такое растительные волокна. Думаю, в следующий раз мы их обязательно найдем. Давайте, до первого раза хватит. Потом продолжим играть в эту увлекательную игрушечку. Посмотрим, что тут к чему. Или, может, не увлекательно. Кто его знает. Может, это уже все. Все, что тут есть, мы уже все сделали. Но, судя по тому зверю, который сидит на пляже, думаю, тут еще есть что посмотреть. Все, давайте увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем играть. Пока.